сейчас посмотрите, какие изящные, какие стильные, я бы даже сказал, современные, ультрамодные устройства у нас в руках. Итак, Ваня, у нас это премьера, абсолютнейшая премьера. Друзья, мы еще никогда за историю телеканала Shop & Show не радовали вас пылесосами. Но это не просто пылесос. Для всех тех, кто устал убираться, женщины меня сейчас очень поймут. Для всех тех, кто хочет легкости в своей жизни, комфорта, кто хочет сделать уборку, ну... А ведь действительно она может быть праздником, Вань, ну может быть. Может, вот может, легко и просто. Итак, друзья, давайте вспомним, что у нас было, как раньше выглядел обычный наш пылесос. Это провод сетевой, который к розетке подключается, раз. Это шланг длинный, который от корпуса пылесоса идет, это два. Сам корпус тяжеленный, который тащить за собой неудобный, он цепляется. Он еще за дверные косяки зацеплялся. Да, это три. Сам фильтр, который обычно вытаскивая из пылесоса, пачкаешься сам, и пыль высыпается еще на только что пропылесошенный палас. Так вот, все эти проблемы решены в этом потрясающем устройстве, в этом чудо-беспроводном пылесосе Scarlett. Слушай, ну вот про то, с чем мы сталкивались, это мы еще обсудим, потому что у меня вспоминается, друзья, просто миллион различных историй. Но самое главное, вот давай, почему, скажи мне, впервые за историю телеканала Shop & Show мы решили показать пылесос. Вот что в нем такого феерически невообразимого, что бац, и мы решили в электронике его продемонстрировать? Ну, в первую очередь, у него нет ни шланга, ни никаких проблем. То есть шланга здесь нет, и, видите, проводов нет, при этом я легко могу его включить. Включил. У нас впереди Новый год. Елка обязательно будет осыпаться, если она не искусственная. Что нам делать? Так. Посмотрите, друзья. Все иголки, даже это не ровный пол, друзья. Еще раз напомню, это ковер. Все иголки за считанные секунды оказались где? Оказались внутри пылесоса. А ведь шланга-то нет. Шланга нет? Нет. Проводов нет? Нет. А работает. Кстати говоря, наверняка спросите, куда же прячутся иголки. Да. Так вот, здесь есть специальный фильтр, дорогие друзья. Вот он. Слушай, здесь. Слушай, а что там? Вот я просто не люблю ни текстильные мешки, которые пыль впитывают, ни бумажные мешки, которые нужно покупать. Там куда собирается? Там циклонообразный фильтр. То есть, как в циклоне вращаются внутри вот этот вот сор. При этом сила тяги не уменьшается. А потом достаточно просто его открыть и высыпать. То он не пылится и герметичен просто. Абсолютно. Да, его просто можно просто ополоснуть. Так, отлично. Ну вот давайте вспомним, что мы перед Новым годом ждали от пылесоса, да, загадывая желание. К примеру, я хотела очень, чтобы он был легко управляемым. Вот здесь... Я просто поражаюсь сейчас. Вы сами понимаете, да, я в вечернем платье, мне, может быть, это не очень удобно, но так или иначе, посмотрите. Ваня, это чудо какое-то, это земля была. Друзья, это была земля. Представьте себе, если ваши домашние животные или дети уронили горшок с землей, с цветком, это все оказалось на вашем любимом ковре, что делать? Ведь мыть-то нельзя, веником только еще сильнее вотрешь, а этот пылесос справляется без труда. Дорогие друзья, кстати, обратите внимание, если можно, покажите, пожалуйста, крупно. Чтобы повернуть щетку, мне не нужно вилять рукой, то есть не нужно рукой работать вправо и влево, достаточно просто поворачивать по своей оси пылесос, и вы видите, меняется полностью направление. Так. Вот, Оль, вот смотри, стой, вот сейчас секунду, выключи, пожалуйста, пылесос, я тебе покажу твою ошибку. То есть ты вот пылесосишь, и тебе захотелось справа обойти, и ты обходишь. Это по привычке. Сейчас так делать уже не нужно. Ты стоишь на том же месте и просто поворачиваешь руку. Вот, я повернул руку, и полностью отклоняется уже сама щетка. И можно точно так же пылесосить. Видите, друзья? Это мука, между прочим. Мы сейчас пытаемся избавиться от муки. Само собой, она въедливая. Она очень въедливая, и тяжело ее оттуда достать. Что мы будем делать? Здесь есть все. Здесь все продумано, дорогие друзья. Это новинка, это абсолютный хит. Давайте я вам покажу. Легким движением руки я смогу вычистить даже эту въедливую грязь. Смотри, Оля. Я буквально делаю следующее. Я достаю из этого большого пылесоса маленький. У тебя портативный превращается. Да, вот, кстати, тот фильтр, о котором мы уже говорили. Видите, тут и мука, и сор, и все остальное. Портативный пылесос.
Да, ого! А вот это уже серьезнее. Слушай, но, а есть какие-то еще друзья, насадки? Если я использовать буду специальную насадку, которая тут тоже есть, и, кстати, две. Видите, одна для того, чтобы добираться в самые сложные места, а вторая с щеточкой. Так вот, здесь нам пригодится щеточкой. Вот установить легко. Включил пылесос. Посмотрите, идеально, просто идеально. Вот границу очертил. И пылесошу. Итак, друзья, это абсолютная премьера. Пылесос от компании Scarlett, которую вы тоже уже очень полюбили. И стоимость 5499 рублей. Но цена действует только до конца сегодняшнего дня в честь премьеры. Это премьерный показ с бесплатной доставкой. Наслаждайтесь, друзья. Вот это, я понимаю, инновация. Вспомните, как тяжело было, когда мы с вами провода вот эти тянули, переключать надо было постоянно. Теперь легко и просто. Друзья, ведь вы можете его использовать не только дома, а легко и просто. Ведь он беспроводной. Взять, например, в машину и добраться до самых сложных мест. Кстати говоря, услуга пылесоса на автомойке стоит от 100 рублей и выше. А здесь вы можете сэкономить, потому что вы сами прекрасно все очистите. Кстати, обычно на мойках с этим, ну, не очень хорошо справляются. А здесь вы сами на совесть все сделаете. Дорогие друзья, только подумайте, какие возможности безграничны. Обратите внимание, если есть возможность, покажите, пожалуйста, вот крупный сейчас. Фильтр. Здесь у нас иголки, здесь у нас мука и прочий сорт, который мы уже успели пропылесосить. Если есть возможность, покажите крупно. Вот. Видите, сейчас я нажму кнопку, и все это придет в движение. То, о чем я вам говорил. Видите, оно начинает вращаться, при этом тяга не ослабела, и очень хорошо он справляется со своими обязанностями. Итак, друзья, это абсолютная инновация для всех тех, кто устал от тяжелой уборки. Вспомните, пожалуйста, провод. Вот, Вань, было у тебя, наверное, такое. Провод воткнули в одной комнате, переходите в другую. Провод нужно вынуть оттуда и в новую розетку вставить. Правда? А еще вспомните, были моменты, когда вы, к примеру, тянете за собой пылесос, основная часть за угол заворачивается, либо шланг перекручивается. Бывали у вас такие моменты? Наверняка бывали. Друзья, давайте, наконец-таки, сделаем уборку удовольствием. Это абсолютно точно. Посмотрите, есть у нас три различных цвета. Это серебро с фиолетовым, сиреневым. Есть у нас вот такой шоколадный цвет. И есть белый с зеленым. Сделайте свой выбор и позвольте себе с легкостью. Друзья, я на каблуках и в вечернем платье. Но посмотрите, как мне легко было бы пропылесосить всю нашу студию. Действительно элементарно. Наслаждайтесь этой радостью, позвольте ее себе. И не забывайте, вы получаете бесплатную доставку. Итак, друзья, напоминаю вам, что здесь никаких проводов. В комплекте вы получаете подставку, в которой легко помещаются. И зарядное устройство для этого пылесоса ведь необходимо. Он беспроводной, еще раз напомню, работает от аккумуляторов. И две насадки, которые для маленького пылесоса подходят для того, чтобы добраться даже в самые труднодоступные уголки вашей квартиры. Например, где-нибудь под диваном далеко-далеко. Или на полочках, ведь там же наверху на самом скапливается огромное количество пыли. А пыль это очень вредно, потому что в ней живет пылевой клещ, который вызывает аллергию даже у здорового человека. Да что забыли обсудить? Что? Хранить же его невероятно удобно. Просто вертикально, его не нужно облокачивать. Еще раз напомню, есть и подставка в комплекте, незаметная. Можно ее установить, а можно и даже без подставки, он остановится. То есть надо прерваться, пылесосите, надо прерваться. Можно, конечно, положить на пол, но это надо опуститься, нагнуться, потом вернуться, нагнуться, да, и поднять этот пылесос. А вот так понагибаешься за день и уже ничего делать, ты не хочется спина устает. Так вот, здесь, друзья, не нужно нагибаться. Вы его просто оставляете в вертикальном положении, он работает. Я это только что сделал. Вот сейчас он стоит без подставки. У меня идея. Давай, к примеру, своим родителям подарим такой пылесос на Новый год. Идеальный подарок для родителей.